И солнечный день, а у нас тьма, потому что мы находимся в еловом лесу. С вами Олег Кошевой. Привет, друзья мои, на лайв-канале. Сегодня мы идем за грибочками и только за белыми. Но волна, она идет, идет, не кончается, потом кончается, опять начинается. Но сегодня, наверное, скорее всего, будет много переростков. И знаете, проблема в том, что вот только я до леса дошел, я вспомнил, что забыл нож. Я не знаю, как быть в этой ситуации, друзья мои. Напишите, может, вы знаете, когда-нибудь попадали в такую ситуацию. Ну, не знаю. Единственное, что я знаю, что буду пробовать только выкручивать эти грибы. Но домой так не хочется грязь нести. Так что посмотрим, ладно. Будь что будет, в общем. Друзья мои, не посмотрим. Ни червивые грибы, ни нечервивые. Я не знаю вообще, как быть. Но раз мы пришли в лес, деваться некуда. Такси уехало, и мы собираем грибы. И смотрите, сразу на входе нас встречают. Сразу на входе. Ох. Белясики. Не, такой мы брать не будем. Оставь его. Он уже раскис, он раскис. Да, такие. Не, он в принципе чистый. Чистый, да. Возьмем шляпку. Не, шляп... Вот одна, а вон второй. Прям на входе. Приятный бонус. Громадины. Конечно, хотелось бы маленьких, но и большие тоже. Этот вообще это старый. Вообще старый, да. А он там тоже старый будет, наверняка. О, какие. Белясики. Идем дальше. Я сегодня взял самое лучшее средство, потому что в прошлый раз от комаров меня замучили. Вот такой термогель. Тут газ вставляется и пластинка. И знаете, вокруг действительно комаров нету. Вообще красота. Вот я его повесил, и все, и нет комаров. И смотрите, одни грибы. Раз, два, ну тут переросток, но тут более-менее должен быть. Тут еще вот он. Это подберезовик. Это мы в этом году их за грибы не считаем. Это более-менее чистенький. Да. Да. Это берем. А тут будет переросток, наверное, громадина. Хотя, мы такие набирали... Твердый, Алечка. Смотри. Угу. Ну, не такой уж он и старый, в принципе. Ну да, фу, комары. Сейчас три таких гриба, и корзинка будет целая. Да. Пойдем дальше. Какой красивый. Реально средство помогает, и ходишь комфортно. Смотрите, как-то боком, да, он? Все, когда хочешь, в следу каком-то. Ну. Вырос, красавец. Прелесть просто. Ну, не такое количество большое, но этот лес для нас новый. Мы место дислокации сменили, и поэтому как бы в разведке, в общем, сегодня. Продолжаем снимать, ребята. Чем ближе к солнцу, тем они красивее, грибы. Смотрите. Вот он запрятался. Красавчик. Ну, тут кто-то шел еще и вырезал до нас. Но это удивительно. Это не может быть удивительно, потому что здесь постоянно кто-то ходит. У нас такой район проходимый. Москвичи приезжают и все. Вот. Ножка отвалилась. А шляпка... Осталась хорошая. С дыркой. Сверху выел кто-то. Бублик. Шляпку возьмем. А так гриб хороший был. А вот он красавчик. Это сегодня первый такой красивый. Вот он. Иди, друг, сюда. О, это уже наш размер. Как называют? Первосортный, да? Угу. Это первосортный. Высший сорт. Ой, красавчик. Что ж без ножа делать, я не знаю. Простите, друзья мои. Мы закроем эту грибницу. Ну и все, грибочек наш. Что там за Миша идет сквозь лес? Что? Что за Миша идет? Где Миша?
Ну, не знаю, ты, наверное. Так что тебя снимаю. О, тут воды. Вот этого пня не было. Смотрите, смотрите, ребят. Из одного корня. Но они уже такие, домой не возьмешь. Но чудо такое. Смотрите, сколько там. Какое-то вообще мутантище. Раз, два, три, четыре из одного. Мутант. Кто-то наступил, видать, и все. Что это? Белый. Шикарный. Красотуля. Просто супер. Просто суперский грибочек. Ой, вообще. Вот такие мне нравятся грибы. Как туда залезть? Как теперь туда залезть, я не знаю. Вон еще один. Ага, давай эти срывай. Так, вот так. Сейчас такой ракурс. Да вы что, это не боровые, Альф, это просто, просто белые. Да, но у боровых шляпа потемнее, темная. Но все равно прикольно. Да, вообще просто, просто прелесть. Давно стоят. Девас. Идеальные. Там еще в кустиках. Держи. Да, перед нами человек шел. Я думал, никого не будет, а вот уже кто-то перед нами прошел. Но ничего, наши грибы будут нашими. И маленькие, и большие, все есть. Ну, не так много, но есть. Вот он в елочках прячется. Свеженький, беленький. Бочоночек. О, прямо бочечка. Смотрите, как. Просто прелесть. Вот это, я понимаю, грибочек. Как назло, я забыл ножик. Дома придется все чистить. Такая жирная ножичка. Да, очень похожа на боровика. Ну-ка, фото будет тут красивое, получится. Ух ты какой. Ну что, боровик? Ну, пусть ребята напишут. Но красавчик. На полянке, да? Ну, видишь, солнышко вообще практически тут в поле. Твердый. Идеальный. Ух. Ой, какие белые. Вот такие должны быть. Берем. Ну это будет поеденное уже. Ну смотри. Фу. Старый. Средний. Съедобный. Съедобный. Да. А вот еще один. Ну, тот старый. Брать не буду. Тот совсем старый.
елочках. Какие красавчики, друзья мои. Я вам сейчас покажу прямо. Это удовольствие находить такие, прямо моральное удовольствие. Таких красавчиков. Пробился. Свеженький. Тоже боровик, мне кажется. Видишь, такой темная шляпка. И белая. И ножка такая белая. С коричневой. Угу. Вещь. Ну что, друзья. Сегодня буквально полтора часа решили прогуляться. Не упускать это время грибное. Но уже видим, что волна уже отходит. Грибников много, а грибов уже становится мало. Хотя, может быть, это связано с тем, что мы пошли на незнакомое место в разведку. Но это незнакомое место дало нам грибочков. Смотрите, боровик. Красивый. Лисички. Подосиновики два. Большие белые, маленькие белые. В общем, на жаренку сегодня набрали. И удовольствие моря получили. Еще ягоды есть. Конец июля. Вот, но грибы еще есть. Я не знаю, напишите в комментариях, когда глухолетие начинается, когда грибов нету. По-моему, август. Начало августа нет грибов, но я могу ошибаться. Ну а мы продолжаем снимать для вас. Ставьте лайки. Кто гость канала, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить другие видео. У меня видео не только с грибами связано, но много грибных тематик. Так что увидимся и на основной канал переходите. Все, сноски в описании. Пока-пока. С вами Олег Кошевой. Пять и три килограмма. Ну, пять, в общем. Килограмма грибов. Вот так за два часа.